В будущем году все регионы получат господдержку для внедрения комплекса ГТО. Об этом сегодня сообщил министр спорта России Виталий Мутко на расширенном заседании коллегии Минспорта. В работе расширенной коллегии в Москве принял участие и глава Карелии Александр Хузилайнин. На заседании отметили, что государство продолжит финансово поддерживать регионы, занимающиеся внедрением комплекса ГТО. В прошлом году средства на пробное внедрение комплекса получили 12 субъектов России, в том числе и Карелия. В этом году республике выделят еще 3 миллиона рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования ГТО. В целом, за год существования возрожденного комплекса ГТО была разработана нормативная база комплекса, положение, государственные требования к уровню подготовки, перечень испытаний. В следующем учебном году комплекс ГТО будет введен в школах. А уже в пятницу по всей стране стартует единая декада ГТО. Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Готовность к труду и обороне продемонстрируют школьники от 11 до 15 лет.